Не надо. Вы что-то думали о лошадях? Да. Ты хочешь сказать? Лошади накормлены, все в порядке. Да, тут лошадь голодная. Песня, понимаете, так получилось, что мы живем в России, да? Есть, по счастью, да? И есть такая штука, как такое слово русское, раздолье, понимаете, вот. Раздолье. Это раздолье. Да. Ну и песня, соответственно, такая есть. Мы не знали, о чем эта песня, просто нам понравилось название, нашли ее в нотном отделе Ленинской библиотеки. И вот просто так вот поставили сразу. И сразу получилось раздолье. Ну что, раздолье, давай. Раздолье это... Ну, Саша просто не знает, что такое раздолье. Ну, раздолье это, я не знаю, я просто живу в городе, у меня кругом стены вот так вот, вот все время дома какие-то, мне некуда взгляд бросить. Ну что, да, все? Все пропало, поехали, значит, раздолье, терять нечего.